Вперед, вперед! Значит, мы берем лестницу, вы прикрываете эскалатор. Поняли? Да, да, мы поняли, поняли. Тогда сделаем это! Ну ладно, знаешь, что мы будем делать? Нет, пока не знаю. Значит, мы будем вести подавляющий огонь. Знаешь, что это такое? Стрелять плохих парней? Пытаться стрелять плохих парней, окей? Да, да, понял. А черт, вот и они. Кстати, ты видел аптечку? Да, я в курсе. Это медицинская аптечка. Да я знаю, что это такое, тормоз. Открыть подавляющий огонь. А, черт, черт, так это аптечка. Так, а, ну да. Разряд! Смотри, что я нашел, эти штуки. А, что, дефибриллятор? Да, это дефибриллятор, а ты их убил? Кого? Окей, разряд! Это так здорово, ты бессмертен! Да, это здорово, но... Проклятие! Разряд! Да убей же их! Послушай, а что у тебя за пистолетик, Береспи? Не знаю я, всегда такое дают, когда воскрешают, откуда я знаю? Бери ствол побольше, он же лучше! Да не могу я взять ствол побольше, ведь это... Он же лучше. Разряд! Да стреляй ты по этим парням, они же нас убивают. Так я и делаю. Нет, ты не стреляешь, ты работаешь своим дефибриллятором. А, хотя да, погоди, погоди, аптечка, снова аптечка. А вот, гляди-ка, эта пушка меньше, чем... Ага. Разряд! Пожалуйста, дай мне сдохнуть, вот просто дай мне сдохнуть. Да, конечно. Нас там прижали, как тут у вас дела? Нормалек, у меня есть эти штуки. Здорово. Разряд!